Здравствуйте, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение Ведьмака. Дополнение «Кровь и вино». Собственно, в предыдущей серии мы добывали кровь нашего друга, вампира высшего. И теперь вот мы общаемся и будем делать микстурку. Так, ну давай поговорим, что там случилось. Хотя, что там говорил, говорит? Что все будет вот так. Давай, не будем об этом. Нет. Если бы я знал, что ты собираешься подвергнуть себя таким пыткам... Так что бы ты сделал? Нашел бы Детлофа другим способом. Я не хотел никакого другого способа. Ты не подумал об этом? Нет. Мне казалось, ни одно создание не согласится по своей воле испытать такую боль. В этом смысле вампиры от людей не слишком отличаются. Я говорил, этой болью я отдаю долг, великий долг Детлофа. Если бы мне пришлось пройти через это еще раз, я бы не колебался. Да. Я приготовил отзвук. Все точно по рецепту. Ничего не перепутал, пропорции верные, время приготовления тоже. Это важно, Геральт. Малейшая ошибка даже ведьмаку может дорого обойтись. Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть. Ну хорошо. В таком случае, начнем. О, пузыречки. Похож на этот, на пузырек краснолюдского спирта, если я не путаю название. Только там более длинная бутылка. Простите. Я только на минуточку. Вы встряли в очередь. Но, милостивый граф, у меня заседание сейчас. Сэр, вы были первым. Пожалуйста, присядьте. Этот господин был первым. Шевелись, а то пожалеешь. А-ха-ха-ха. Это знакомый вашего сиятельства. Сойти и уступить место. Он стоял как дурак. Ты бы его только видел. Дали мы ему прикурить. Какие-то воспоминания. Блин, надо было перестать старой серии. Купить эту мельницу. То есть забыл уже. Забавно, а? Ради чего они все это делают? Не, я понимаю, что они хотят найти вот этого вампира высшего, но... Ладно, сейчас поймем, думаю, еще. Но, по крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям. Извини. Что? А, это же этот парень, которого мы первого нашли-то в нашем имении. Ну вот, он к нему, получается, так по-человечески отнесся, а этот взял и... И убил его. О, ты проснулся. Ты
испугался, как зверь, пойманный в силки. Я уже начал бояться, что тебе конец. Было не слишком приятно. Но, в общем-то, все удалось. Что ты видел? Делакруа. Убить его было нелегко. Похоже, Детлов с ним сдружился. И все-таки убил его. А тело расчленил. Потом он впал в ярость. В раскаянии он отрезал себе руку, которой совершил убийство. Интересно. Не похоже на Детлофа. Ты видел что-то еще? Так, день начался, закончились у лавки чистильщика обуви. Я видел, когда Детлов... Ну, давай, все расскажем. Я видел момент, когда Делакруа бескорыстно поддержал Детлофа. И, похоже, это было началом их дружбы. Что тебя смущает? В этом не было ничего особенного. Обычная жизнь. А видения должны быть связаны с сильными эмоциями. Видимо, у Детлофа этот эпизод вызвал именно такие эмоции. К тому же позже он убил Делакруа. Убийство кого-то, кому мы симпатизируем, не обходится без эмоций. Ни у кого, даже у вампиров. Ты видел что-нибудь еще? Будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды. Детлов познакомился там с Делакруа и вернулся на то же место после убийства. Интересно. Будка, кажется, где-то в портовой части города, а сам чистильщик вроде бы знает Детлофа. А это еще интереснее. Может, стоит поговорить с этим юношей? Хотя я бы не ожидал откровений. Других зацепок нет. Схожу, поговорю. Ну, ты со мной? Если позволишь, я присоединюсь позже. Я пока не готов выходить. Да, конечно, конечно, пусть отдыхает. Отдыхай. Если что-то узнаю, сразу вернусь. Ему нужно отдохнуть после таких пыток, которые он испытал в предыдущей серии. Я думаю, скорее всего, юноша навряд ли что-то расскажет, но мы сможем спокойненько это выудить из... Ну, либо проследить за ним, либо еще что-нибудь, используя ведьмачьи приколы. В общем, я думаю, мы сможем до него докопаться. Так, давайте-ка, наверное, немножко тут уровень себе прокачаю, и мы дальше продолжим. Так, ну ладно, я, в общем-то, немножко прокачался. Позже я покажу свою ветку прокачки, как и что я качаю. Для начала я... Блин, что я все собираю? Для начала я хочу себе в поместье вернуться. И... немножко разгрузиться, выгрузить то, что мне сейчас пока вообще не нужно никоим образом. Сейчас, собственно, этим я и займусь. Сейчас только надо еще вспомнить, где это, собственно, мое имение, имение, дом. Так, руины. Серф. Где мне тут выделили-то? Так. Вот. Вот это моя, да? Карбобьянка. Сейчас немножко приведу в порядок свои вещички, разгружусь, чтобы мне можно было брать, а то как-то так ходить и не собирать всякие приколюшечки. Это же вообще неправильно. В этом есть соль. А потом будем то, что не нужно продавать, может быть, что-то еще сделать. Кстати, надо посмотреть, могу ли я делать какие-то эликсиры. Так, а где тут вообще у меня какие-нибудь эти... места хранения вещей. Должен быть какой-то сундук по-любому. Наверное, в основном доме. Да, вон он, сундук вижу, ага. Так, ладно. Сейчас я тут совсем разберусь и продолжим. Так, ну что, собственно, порядок я навел. У себя в имении там доспехи разместил, мечи, в общем, то, что мне нужно. Разгрузился, теперь можем набирать много новых приколюшек. Так, ну мы, в принципе, почти дошли до этого паренька. Сейчас мы будем его искать, мне кажется. Хотя, может быть, мы не будем искать, может быть, он сразу окажется. Вон он, кстати, по-моему, чистит кому-то ботинки. Нет, это не он. Это какая-то гражданка тут что-то там с телегой делает. Ну, какую-то песенку напевает. Ох, тихо. Оп, нормально. Так, отыскать чистильщика обуви. Ну что ж, давай займемся этим непростым интересным делом. А, во, у него какие-то неприятности. Нам на руку, мы сейчас его спасем. Ну, как ты это объяснишь? И будем герами. Неважно, льет или солнце печет всю неделю, а тут всегда грязи по щиколотку.
А я тут при чем? Погоды у нас в Поклеве такие. Я тебе дам погоды. Это ты каждое утро помои выливаешь. Здесь и перед нашей мастерской. А люди себе обувку пачкают и к тебе чиститься приходят. Ого, обвинение. Это ж заговор какой-то получается. Сейчас я тебе жопу ремнем заговорю. А ну пойди сюда. Оставьте его. А ты кто такой? Заказчик. Ботинки почистить хочу. Я его отец, я ведьмак. Не ваше дело. Я его батя. Не, ну это как-то не очень будет. Я думаю, я ведьмак. Да. Да, давай так. Не ваше дело. Но пока я здесь, вы парнишку не тронете. Да? Так мы вернемся, когда ты уйдешь. Попробуйте, но ведь я вас найду. Ты нам угрожаешь? Да. Оставьте мальца в покое. Не будет приблуда с севера. Нам в лицо плевать. Сперва ему морду набьем, а потом займемся щенком. Хватай его! Какие вы... Кровь! Кровь! Ноги так. Тебе переломаем, приблуда. Понятно. Обходи, обходи! Будешь знать, как пройдохам помогать. Тихо, тихо, спокойно, спокойно, дядя. Ух, вы прям как синхронно-то. Ой-ой-ой, тихо. Кстати, надо было немножко эликсир-то восстановить. На, нах, так кто мешает мне, блин? На, сука. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой. Тихо. Да дай пройти-то. Блин, как вот меня вот этот... Иногда бесит эта вся система иногда. Оу! Шатали. Обву шатали. Что это значит? Что тут за драка? Кто зачинщик? Лоханули самоляха. Я выслеживаю бестию по поручению княгини. А, да. Что-то слышал такое. А эти здесь кто такие? Да ладно. Ничего особенного, так, недоразумение. Мы уже разобрались. Понимаю. Протеже княгини мы трогать не станем. А вот этих, с ними другое дело. Пойдете с нами. Ну, за них сейчас заступаться не буду. Посидите в камере, в другой раз чудить расхочется. Идем. Немножко не получилось эффектно его защитить. Ну да ладно. А вы, однако, умеете махать лапами. Работу часом не ищете? У нас был бы хороший дуэт. Ничего себе, блин. Работодатель. Да, как ты себе это представляешь? Да преотличнейше. Я бы своим делом занимался. А вы стояли бы на страже. Ну и потом, вы сильнее меня. Так что с утра носили бы помои, помогали бы грязь развозить. А-а-а. Значит, правы были мужики, которые хотели тебе люлей прописать. Жить-то как-то надо. Ну, так что, по рукам, уважаемый? Ты какой малец. Угу, по рукам, блин. Вот мне только еще вот такого здания не хватало. Стоять целый день рядом с пацаном, да помои разносить по кварталам. Мечта прямо не работала. Интересует меня один человек. Сейчас, сейчас. До разговоров милости просим на креслице. Ну, блин. У меня чистая обувь. В этом городе ни у кого нет чистой обуви. Разве что кто-то только что вышел от меня. Прошу. Нормальная подача бизнеса, я бы сказал. Ну, так о ком вы хотели спросить? Об одном твоем клиенте. Высокий, в хорошем черном сюртуке, не местный. Чужеземец? Что-то припоминаю. Скромная сумма могла бы освежить мне память. Сколько? Ну, скажем, 500 крон. Ни хрена себе. Чего? Да ты с ума сошел. На что тебе столько денег?
Да я вот дело хочу расширить. Понимаете? Будку хочу с большой вывеской. И новый ящик, ваксу, щетки. А если денег хватит, еще в прачечную вложусь. Тогда за грязную воду платить не придется. Я вижу, ты уже все спланировал. А как же? Теперь осталось только денег найти. Хитрый парень, ну блин, молодец, проворный, чё, в таком возрасте, да, да прикинь, такие дела мутить. Да ладно, в принципе, 500, они, у нас там вроде десятка, 10 тысяч есть, поэтому 500 это не так страшно. Ну хорошо, может, как-нибудь договоримся. 500. Да, давайте я просто буду по чесноку. Вот видишь, я знал, что мы договоримся. Фиг с ним. Пусть радуется. Будь по-твоему, настолько я согласен. Премного благодарен, я этого не забуду. Ну, давайте к делу. Дядьку, которого вы ищете, я знаю. А вот как зовут, нет. Но он раз в пару дней заходит. Он всегда добрый, платит больше нужного. Знаешь, где его найти? Нет, но вы погуляйте тут, вдруг он появится. У меня нет на это времени. Ты точно не знаешь, где его искать? Может, помнишь, откуда он приходит? Я когда обувку чищу, по сторонам не пялюсь. Кто куда идет, не смотрю. Я смотрю, у вас дела не очень. А вот и ты. Тебе лучше? Да, благодарю. Воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен. Теперь позволь, я задам правильный вопрос. Видишь эту бутылочку, мальчик? Стоит добавить одну каплю в ваксу, и даже самый грязный маг будет сиять, как купол собора Святого Лебеды. С ней ты без труда будешь чистить в 3 раза больше башмаков и получать больше денег. Вот это деловой подход. А я, если скажешь, где живет человек, которого мы ищем. Ну, а вы ему ничего плохого не сделаете? Он, может, странный немного, но добрый. Нет же, это наш приятель. Но у нас с ним вышла размолвка, мы хотели бы с ним поговорить. Я ему ботинки оставляю у одного дома в порту. У такого, с красной дверью. Но не знаю, там он живет или нет. Проверим. Может, найдем что-нибудь. Так может, прежде чем вы пойдете, я позабочусь о ваших ножках? При всем уважении, обувка у вас могла быть и почище. Спасибо. В другой раз. Бизнесмен, мать его. Ты неплохо справился с этим малым. Детьми главное найти правильный подход. Ну-ну, скорее уж подобрать правильную взятку. Тоже верно. Я тебе взаймы давал. Ладно, погнали. Дам тебе совет, ведьмак. Дам, говорит, мне совет, ведьмак. Блин, ну как же здесь все-таки... Красная дверь. Опа. Это о ней говорил Чистыч. Так, наверное, надо сохраниться. А что тут вороны сидят, смотри-ка? Что, сохраниться нельзя? О, спасибо. Ну что, пойдем посмотрим. Проберемся в чужое имение. Смотри, сколько воронов. Неспроста. Это дело тут все неспроста. Даже не шелохнулось. Придется выломать. Умоляю, прояви немного такта. С тем же успехом ты мог бы стоять на улице, лупить в бубен и кричать: «Дэдлов, я иду за тобой». И что ты предлагаешь? Дай мне минуту. Сейчас туда тпшнется, да? Ого. Уловка. Ты не думал стать взломщиком? С такими-то способностями. Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем. Там лошадь качается. Или это побочный эффект от проникновения? Фига, сколько ворон, блин. Аж не по себе, когда так лошадь качается. Ой, куклы. Здесь. Ты чувствуешь его?
точно здесь был, запах все еще силен. Давай осмотримся. Так, обыскать магазин игрушек, использовать мочечутье. Интересно, что он здесь вообще делал? Старая игрушка, никому уже не пригодится. Жаль, кто-то и раньше радовался. По-моему, бутафорский меч. Эту игрушку недавно чинили. Да вообще, согласен полностью, вообще не по себе. Тут все какое-то стрёмное, если честно. Сейчас как оживут, да как накинутся на нас. У-ха-ха. Так, здесь вроде ничего нет, ладно. Пойдем наверх. Пойдем на чердак. Ой-ой-ой, подожди, я думаю, что-то не то. Сейчас я отхиляюсь и продолжим. Все, здоровье я восстановил. Теперь можно, собственно, продолжать дальше. Значит, это его гнездышко. Нужно осмотреться. Интересное гнездышко. Он что, типа, свободно от убийств время делает игрушки? Какой-то портрет Саника. Портрет женщины. Какой-то смазанный. Это его девушка? Не знаю. Кого-то она мне напоминает. Кого? Не знаю, но у меня впечатление, будто я ее раньше встречал. Ну, очевидно, наверное, ту, которую мы убили, как ее, не помню. В одной из первых серий, по-моему, в третьей, если не ошибаюсь, наверное, она. Он же говорил, что он ее любил. Наверное, это, соответственно, она и есть. Ну, когда встречались мы с ним первый раз. Инструментами недавно пользовались. В перерывах между убийствами Детлов чинит игрушки. Оставь свое злословие при себе. Шкатулка. Красивая мелодия. И правда. Не знаю почему, но она напоминает мне о доме. Дом настоящий. До сожжения сфер. Так, а в ящике что-нибудь есть? Кукла. Ну тут, по-моему, кроме игрушек больше ничего нет. О, подожди, вон еще что-то лежит. Какая-то записка, что ли? Записи с именами жертв бестии. О, а это полезно. Ха, смотри, карточки с фамилиями. Граф Криспи, граф Дюлак, Мильтон де Пейрак Пейран, граф де Лакруа. Это жертвы Детлофа. Только это не его почерк. Все они написаны одними чернилами. То бишь, кто-то ему заказы дает, что ли? Видишь цвет? Здесь краситель киноварь. Редкий минерал. Встречается только в Назаире. Но это немногое нам дает. Привезти чернила мог кто угодно. Верно. Но, возможно, стоит это запомнить. Смотри, тут пятно. От вина. Ничего необычного. Особенно в баклере. Может быть. Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить. Угу. Так, нужно больше улик. Давай еще поищем. Это по-прежнему ничего не дает. Надо еще осмотреться. Значит, за дело. Я думаю, раз это тут написано, значит, тут еще что-то можно найти, да? Значит, мы еще осмотримся. Так, опа, тихо, что это? Подозрительное письмо. Подозрительное. Детлоф Вандер Эретайн, ты не знаешь нас, но мы знаем тебя. Мы знаем, что ты вампир. Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Ренове. Мы заточим ее в подземелье, кишащем крысами. Мы сдерем с нее кожу. Или ты можешь ее спасти. Для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей 5 человек. На каждое убийство у тебя есть 3 дня. Если не успеешь, вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной. Ого. Видишь? Это лучшее доказательство того, что Детлоф убивает не по собственной воле. Кто-то его шантажирует. Получается, тогда ту, которую мы, барышню, убили, это
не его любимая. А он же говорил, что типа это... А ну хотя он говорил вроде, что это близкий человек. Вот так вот, да, значит, вот это поворот. Ну что ж, друзья, давайте на этом, пожалуй, закончим сегодняшнюю нашу серию. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие похождения Геральта. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.